Здравствуйте, друзья! Сегодня внеочередной выпуск, анонс, можно сказать, для тех, кто долго ждал качественные катушки из Японии. Дайва, Шимана, самые востребованные модели высочайшего качества, практически вечные, можно сказать. Мы вот привезли небольшая партия, но мы смогли это сделать. Это лишь малая часть у меня на столе, чтобы вот такую гору там не завал не делать, да, вам не показывать. Катушек пока достаточно, но расходятся они уже как горячие пирожки. Люди по сарафанному радио, друзья друзей, моих менеджеров и так далее, они уже сметают даже вот выходные дни, грубо говоря. Поэтому, кто ждал популярнейшие вот эти катушки Сахара, Шимана, Нексейв, Ауриста, Сидона, Уиздайва, это Реворс и Крест, заказывайте, звоните в магазин. Мы сейчас еще не успеем выложить, скорее всего, их на сайт, поэтому имейте это в виду, что когда вы смотрите этот ролик, их может еще не быть на сайте Multifish. Но позвоните, пожалуйста, в магазин, вот 903-363-7902, либо 495-363-7902. Вам менеджеры все расскажут по ценам и так далее. Качество великолепнейшее. Сейчас я вам покажу, наверное, там парочку близко, да, какого качества, вы поймете, вот те катушки, увидите огромную разницу с теми катушками, которые продаются и наводнен рынок в 90%, грубо говоря, здесь, в России, и вот то, что здесь вы увидите, да, вы увидите качество сборки, как подгонка деталей всех, ход, ну, то есть это отличие огромное. Мы даже хотели оставить, грубо говоря, взять Сахару для Европы, которая была здесь, продавалась, но подавал Нормарк и Нексейв, да, и взять вот две точности таких же наших, что мы из Японии привезли. И, соответственно, чтобы каждый человек просто взял ту и эту и увидел, как они крутятся, увидел, какая у них разница. Ну, давайте сейчас поближе покажу вам парочку и дальше уже заказывайте в магазин, звоните, пишите, приобретайте, пока есть такая возможность. Ну, смотрите, значит, господа, сейчас я при вас разберу, но снимаю один, поэтому уж не обессудьте, если как-то там не очень хорошо что-то будет видно. Значит, давайте вот, ну, все не буду разбирать, просто хотя бы на примере. Вот самая популярнейшая катушка для фидерщиков, да, это супер катушка для фидеров класса Light Medium, Medium Heavy, Shimano Sahara. Да, сейчас я вам покажу. Ну вот, вот такой вот список огромный всего и вся, что здесь есть. Чуть-чуть отодвинул камеру, чтобы вам получше было видно. Ну, смотрите. То есть, огромные толстенные буклеты, которые, наверное, половина веса самой катушки. Ну, то есть, уровень вы видите, да, качество? То есть, то, что здесь есть. Ну, вот такая вот упаковочка, козырная, как говорится. Смотрите, очень важный момент. Многие хотят задний ход. Все есть. Посмотрите, какого качества ход. То есть потрясающий. Мягкий, нежнейший. Соответственно, вот все вот эти стыки, кто вот понимает, да, и на меня многие, кто ремонтирует катушку, ребят, приходят, говорят, что вот мы прям по даже стыкам понимаем, откуда, что и как там по этим катушечкам. Но я вот конкретно не занимаюсь ремонтом по катушку, поэтому здесь вот вам не могу сказать, но могу передать 100% информацию. Так, по поводу, значит, по характеристикам, 4,7 передатка, 11 килограмм нагрузка на фрикцион, можете себе представить, 280 грамм вес у нее, 4 плюс 1 подшипник, это то, что нужно для фидера, имейте в виду, большое количество подшипников
для фидера это вред, а не польза как раз. И 75 сантиметров оборот за, ну, сантиметров лески, да, за один оборот шпули. Ну, давайте я пока потом уже сам упакую без вас, чтобы время не терять. Следующую покажу какую-нибудь. Господа, ну, господа, ну давайте NexSafe возьмем 4000-й. Тоже популярная катушка среди баллонской ловли. Для семерок, шестерок на баллонку ее часто берут, для фидеров. Ну вот смотрите, ручка с правой стороны здесь. Как-то почему-то, когда именно возим с Японии, они идут почему-то на правую часть, на правую сторону. Вот при вас сейчас переставим. Смотрите, даже смазка какая, совсем другая, чем вот в тех катушках, что мы брали у того же Нормарка часто. То есть совершенно другая даже смазочка. Ну, на всякий случай оставлю это в кадре, что я переставляю ручку. Вдруг кто-то не знает, как это делать. Ну, вот смотрите. То есть даже NexSafe. Это достаточно бюджетная катушка, но это рабочая лошадка, надежнейшая катушка. То есть я сам ими ловлю по 5-7 лет без разбирания даже, без смазки, без всего, и они у меня ходят прекрасно. Кто знает мои там отчеты по рыбалке, еще что-то, можете посмотреть. Ну и давайте ауристу тогда. 4000-я ауриста у нас здесь. Да, ну по NexSafe, если кого-то интересует, по поводу показателей 5 к 2, 11 кг на фрикцион, 305 вес, 3 плюс 1 подшипник и 83 сантиметра за оборот шпули вымотка. Ну вот у нас ауриста Шимано. Сами понимаете, я, например, лично люблю. Ну вот здесь все, что нужно. Я люблю задний фрикцион. Мне нравится работать с катушками с задним фрикционом. Вот, к сожалению, их крайне мало сейчас становится. Единственный минус их то, что не такая точная регулировка, как передний. Но вот эта моделька, ну давайте вот оставлю эту штучку. Вот эта моделька очень качественная и очень удобная. Чем? Вы можете фрикцион настроить вот так. И здесь вы затягиваете вот этим вот флажком. Он жесткий, видите? Вот, да, жесткий. Когда у вас рыбка клюнула, и вам нужно, не надо настраивать вот здесь вот, крутить все, регулировать, когда рыба уже у вас на леске, уже дергает, да, соответственно, вы не успеете, она вас сделает обрыв. Вам достаточно одним движением смещаете вот этот рычаг сюда до упора, и у вас становится фрикцион таким же выставленным, как изначально, как вам нужно. То есть, соответственно, вы выставили вот эти, вот этим задним фрикционом. Вот мне очень нравятся эти катушки, я их очень люблю. Для меня они лучшие. Именно лучшие и по удобству, по всему. Видите, вот выставили, все, фрикцион, допустим. Затянули до упора, все, и, соответственно, работаете, забрасываете, все. Вот тут жестко он стоит. Ну, его, он едет, но его сильно очень нужно. Достаточно затянут, чтобы сделать заброс, у вас не порезало палец, да, чтобы леска не отпустилась. Соответственно, рыбка клюнула, только почувствовали что-то, тут же одним движением этой руки, раз до упора, все, и дальше мотает. Все, он уже пришел в то действие, в которое вы его выставили. А дальше, если уж вам нужно как-то, вы можете также подтягивать, подзатягивать вот этим вот флажковым механизмом. Видите здесь сколько положений?
Очень удобная катушка, очень. Вот для меня это вот самое излюбленное, что называется, да. По характеристикам, но вот здесь 4000, я беру все, да, но они есть и 3000 и так далее, поэтому обращайтесь, сейчас пока есть, но вот они у нас наиболее распродаваемые, разбираемые и так далее. Но действительно люди понимают толк и, скажем так, берут их очень-очень-очень активно. Так, по дайве, наверное, да? Коснемся дайва. Но вот дайва Реврос 2000, спиннинговая тема. Ну, такая вот шилдик. Выбит здесь, смотрите, очень красиво. Вот впервые беру. Ну, соответственно, все. Комплект, шайбы. Японские дела, видимо, гарантийки. Но здесь гарантировать гарантийки не нужны, они надежные. То есть у меня не было такого, что что-то случается с этими катушками. Смотрите, потрясающая, отличнейшая спиннинговая катушка от Дайва. И смотрите, какой ход. Изумительная регулировка фрикциона, очень плавная, очень. То есть это еще в смазке она вся, то есть она совсем не разработана, прям с завода. Так, Седону давайте откроем. Седона у нас 4000 тоже есть, есть 2000, есть 2500. То есть кому что нравится. Вот смотрите, такая кипа документов. Ну, сами понимаете, это вызывает уважение. Ну, вот она Седона. Многие ловят ей. Используют на спиннинге, очень довольны. Смотрите, по поводу Шимано Седона, по поводу, допустим, ну, показатели, я думаю, все найдут, но вот что у меня в руках, это 5.0 передатка, 3 килограмма на фрикцион, 215 вес, 3 плюс 1 подшипник и 66 сантиметров вымотка. Кто сомневается, просто возьмите ее в руку, и вы увидите, что это такое. Ну вот в двух словах хоть что-то вам показал, да, что вы хотя бы понимали, что в руках я держу, да, а не просто коробки голые. Но вот еще один момент упустил. Популярнейшая, она уже подороже катушка, но ее просто вот сметают, действительно так и есть. Это Ультегра, ну все ее знают, Шимано Ультегра. 5000-ник, компакт, C5000. Вот посмотрите, какой ход. Вот даже медленно делаю, медленно вращаю. Это она еще не разработана. Ну, я думаю, Ультегра всем известная катушка, что это такое, тоже рассказывать не надо. Соответственно, документация вся. Шайбы там идут. И так далее. Поэтому обращайтесь в магазин, звоните. Не забывайте, пожалуйста, что мы предоставляем бесплатные две запасные части в год по акции. В период действия акции по программе лояльности магазина всем нашим покупателям и подписчикам на социальные сети. Никто такого не дает вам. И второй момент, мы предоставляем бессрочную гарантию на заводской брак, на весь срок службы удилищ, купленных у нас. Поэтому подписывайтесь, покупайте, всего вам доброго и до новых встреч!